Всем привет! Сейчас у нас на тесте мощный петарды Плутон, маркировка TXP010A. Значит, вот тут 20 штук упаковки. Вот так вот выглядит упаковка со всех сторон. Тут опять же 20 штук написано. Вот такие петарды. Если перевернуть упаковку, то здесь вот такая инструкция, правда, хоть и на русском языке нет инструкции, здесь вроде бы как на польском. Вот, но здесь написано петарда фейерверк, также инструкция. Вот, там, короче, все правила безопасности, но я, к сожалению, перевести не смогу все. Вот так вот выглядит, собственно, петарда. Также написано инструкция, эффект и больше ничего такого. Камуфляжная расцветка. Вот такая заглушка. Вот такой вот фитиль. Погнали, сейчас подожгем эту петарду. Я поджигаю. Так. Забахнет. Я это заснял. Зарём эту же самую петарду, только в лежачем положении. Ну, поехали. Вот это я понимаю, конечно, столько искр, столько дыма.